Мы с вами долепили елочку, украсили ее снегом, и нам с вами осталось сделать рамку. Прежде чем я начну ее вылеплять, я немножко освобожу от лишнего пластилина как раз это пространство, намечу себе более, может быть, аккуратно уже подправлю, если сначала карандашком где-то, может быть, я ошиблась. И сейчас можно сделать нужные изгибы. А рамочку можно, в принципе, сделать любого цвета, какого вы захотите. Можно сделать ее, к примеру, желтой, чтобы она выглядела как какая-то такая позолоченная деревянная рамка, нарядная. Но мне хочется остаться вот в стилистике все-таки зимних оттенков и не выходить за сине-розовую гамму. Поэтому я свою рамку сделаю голубенькой. Голубого цвета как такового в моей работе нет, поэтому она будет хорошо выделяться, но при этом не сильно как-то спорить с цветом, с оттенками самой работы. Ну вот, так, мне кажется, уже достаточно. Я беру жгутик голубого цвета и аккуратненько вот выкладывая его по намеченной линии, пальчиком немножко приглаживаю, выравниваю, краешку размазываю и заполняю, собственно, все оставшееся пространство, предназначенное для рамочки.